Сначала. Кто? Сначала. Я это предыдущее. Давайте, начинаем. Тому в душе моей, кто у руля, во всем отныне доверяюсь я. Вот, когда высшему я доверяешься, становится все легче. И дальше вот что. Форматирую диск души, обретая свое достоинство. Разве есть мне куда спешить? Или есть о чем беспокоиться? Есть святое здесь и сейчас, есть единственное мгновение. Лишь оно формирует в нас плод божественного вдохновения. Замечательно. А теперь расскажите, как, Татьяна, расскажите, как вот вам вот это первое стихотворение позволило получить большой результат сегодня? Ну, понимаете, в чем дело? Я просто читала одновременно две вещи. Книгу Шефера «Деньги хорошо влияют на женщину», и там говорилось о том, что женщина должна копить состояние. И бумажку, рекламу тренинга, Тивра. В общем, я в Тивра не играю, потому что у меня свои способы обретения равновесия внутреннего. Но там говорилось о том, что когда ты сумеешь сохранять состояние белого безмолвия, благодарности к Вселенной, и к себе самой, в течение всего периода бодрствования, у тебя будет все в порядке. Я сложила эти два слова «состояние» и «состояние», поняла, что как только я вхожу в состояние, у меня тут же приходит состояние. Все, спасибо вам. Вот. Значит, с нами была Татьяна Назарчук. Поэт, психолог, ну и немножко предприниматель. И еще стихотерапевт. Стихотерапевт, естественно. Это вообще круто. Спасибо вам.